Консервация – действие, направленное на долгосрочное сохранение объектов. Толковый словарь русского языка Ушакова дает следующее определение. Превратить в консервы, как грибы, как фрукты, консервированная рыба. 2. Предохранить от гниения или разрушения посредством каких-н особых мер операций, как деревянное сооружение, к внутренности животного в спирте. 3. Замедлить, приостановить развитие, действие, деятельность чего-н, какое-н, начинание, к предприятие. Консервация – сохранение материального наличия археологического памятника и археологических находок. Консервация – стабилизация физического состояния и сохранение сооружений, их остатков и руин. Консервация древесины – способ уменьшения риска повреждения в результате действия внешних факторов строительных конструкций и изделий из дерева. Консервация предприятий – приостановка фабрик, заводов и других предприятий на неопределенный срок и сохранение оборудования от порчи во время бездействия. Консервация руин, стабилизация физического состояния руин и сохранение остатков сооружений, дошедших до наших дней в уже разрушенном виде и в таком виде воспринятых как памятники. Консервация – мероприятие, обеспечивающее временную защиту от коррозии металлических изделий, машин и механизмов. Методы консервации основаны на изоляции изделий от внешней среды и торможении процессов коррозии с помощью инертных газов и веществ, снижающих скорость химических реакций. Для консервации применяются специальные консервационные масла, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и присадки. Консервация строительных машин, консервация механизмов.